стремительно вперед. Хороший заброс, подбор мяча за динамовцами. Приближаются они к штрафной площади уже там, но здесь было слишком много, кажется, финтов. Когда я говорю, я имею в виду все то, что не запрещено. Вперед Насаф летит. Ой, это сзади. Ударчик, наверное, без желтый, но предупреждение. Азизбек даже, знаете, его не надо было отодвигать, он бы сам бы просто мяч поставил бы для Марко. Раньше Марко отсюда, ну, из 10 ударов, по-моему, 8 раз. Давайте смотреть, или Сыдык. Нет, там он с левой ноги, разбег, удар! И счет становится 1-0 на 10-й минуте. Азизбек Омонов колотил там мяч. Тот счет у нас 1-0. Еще раз смотрим, Омонов бьет, стенка стоит, мяч летит в 9. Ягудин ударился об штангу. Надеемся, несерьезное было столкновение. Ну и Омонов выводит свою команду вперед. Почти без разбега, а? Не, ну там был, конечно, разбег. Три шажочка, но маленький. Конечно, не как Мирджалол Агакасымов. Помните? Там вообще без разбега. Там не было никакого разбега. Он стоял из Самарканда, но мяч сохранили гости. Вперед летят, там направо. Напрашивается пас Кочо. А он пошел в дриблинг. Кто-то смотрит. Спокойно смотрит. Спокойно ножка. Оп. И даже бровушкой не дернул. Даже что-то вырастет. Самарканда через дальнюю бровку идут вперед. Вешают штрафную. Удар по воротам. В ближний угол летел мяч. Здорово здесь сыграл. Вопросов нет. Джоэль Коджо. Один из самых активных. Причем не только в составе Самарканда, я вам скажу. Давайте еще раз смотреть. Открылся, да? Пробил головой. Один с голов в этом сезоне забил. Этот парень. Нет. Насрулаевич грузит штрафную. И мяч забирает Ягудин. Одну из двух. Зато есть Коджо. Его надо использовать. Убегает он от Ишмуродова. Но... Смотрим здесь. Здорово просочился. Но там подскользнулся просто-напросто. Да. Причем не первый игрок, который сегодня... Самарканд тоже наблюдаем с мячом нередко. Правда, картина поменялась. Анасав как забил свой гол. Так, так. Идет забивать второй. И... Опять молчит Шукурулай. Ой. Ой. Но здесь есть один нюанс. Хороший, да, был проход? Блокировочка? Ну, что-то похоже. Но здесь есть один нюанс. Тут есть такая вот... Я так понял, это не последняя его встреча с Душином. Что там Наджаф Алиев рассказывал сейчас? Нет, на красный этот эпизод, ну никак не тянет. И где гол так вышел, знаете, как по его старым образцам. Здорово играет Коджа! Шукурулаев считает, что это фол. Оставь мяч, сейчас желтую получишь. Джоэль. Желтую сейчас пол. Я его понимаю, друзья. Сердцем играет парень. Сердцем играет. Видите, да? Он не безразличен к матчу. Он не безразличен к эпизоду. Давайте еще раз смотрим. Шмуродов так посмотрел. Закрывал его. Этот он толкнул его. Ой, как неприятный Шмуродов упал. Диагноз. Так, Коджо продолжает идти вперед. Через правый фланг. Наверх штрафную! Какой был момент! И попадает-то по мячу. А кто это был? А это, друзья? Футболистов-то и тренер. Футболистов-то ладно. Так, так. Здорово! Удар! И как... Боже ты мой! Боже ты мой, Мудинов, как ты это сделал? Как ты это сделал? Я не понял, здесь было проще забить гол, чем не попасть в ворота. На блюдечке, на лигане, друзья. Голубой каемочке. Фнах там ему все разжевал. Даже если у тебя зубов нет, там все тебе через, я не знаю, мелкую терку. Красным первым пас. Вот таким. Опа, и передача проходит. И Нурулаев летит в штрафную. 3 на 3. Прострел не проходит. Здорово здесь сыграл Мустафаев. Там полушпагат он при... Иргашев здесь решил ничего не выдумывать. И просто мяч выносит за пределы поля. Классная передача от капитана Насафа. Была. Только что мы в этом... Ну,
на какой-нибудь другой стадии, да, Бог, из группы выйти, где-нибудь там, в другую стадию столкнуться. С учетом их формы текущей. Хотя мы тоже неплохие. Самарканд в атаке! И какой гол! Ой, вот это голище, друзья! Вахиджон! Еще раз смотрим. Ой, вот это выстрел, друзья. Вот это пушка. Вот это удар. Умиджон Иргашев в красивом прыжке. В прекрасном полете летел, но это ядро. Невозможно было, друзья, остановить. Невозможно было перехватить, да. У всех шок. Наконец-таки Марко вешает штрафную. До удара дело не дошло. Затылком выносит Мужич. Мужик. В порядке. Сразу же с ним расставаться. Тарана через центр не прошли. Но зато со второй попытки Матеус Лима с мячом. И удар! Счет становится 2-1 на 66-й минуте. Азизбек Омонов. Давайте еще раз смотреть. Лима делает передачу. Мяч попадает в ногу футболиста Динамо. Меняет траекторию. И здесь, рванувшись в свободную зону, Азизбек Омонов пробил идеально в угол с отскоком от газона. Смотрим еще раз. У Ягудина здесь шансов, ну, почти не было. Азизбек Омонов все складывает аккуратненько в уголок. 9-й гол во всех турнирах за свою команду. Лучший голеадор клуба. Лиманов. Насрулаев очень бдительно играет против. Вот Насимов. Вот, друзья, его футбол. Толкаться, пихаться, бороться. Заставит там суетиться футболистов Насафа. По крайней мере, его для этого туда выпустили. В центр поля вышел Асадуллаев. Здесь Насыма, друзья, увидели, да? Да. Там черепаком были пас. Ну, вот это удар по затылку колоктем. Акбутаев. Штрафной, конечно же. Сам. Да, сзади пролетело. В том числе и в голову, в затылок. Давронов. Желтый получит сейчас. За что? За то, что выбил мяч. Самарканд. Кстати, не всей команды пошел в атаку. Навес. До Коджо передача не дошла. Но Самарканд подбирает мяч. Готовит удар. Это был не удар, это был перевод. Как-то здесь перекреативили гости. Будет. Коджо. Забег. Коджо. Падает. Шукурлаев не дал сдать. Ничего. 6 минут добавил, я думаю. Потеп. Это штрафной. Держит соперника просто на расстоянии вытянутой руки. Так. Давронов, по-моему, блинов объелся. Я не знаю. Вот что творится с ребятами из олимпийской нашей команды. Вот я вообще понятия не имею, друзья. Пообщался с футболистами Олимпика, что ли. Ну что это такое, а? Зачем? Я понимаю, что там времени, может быть, уже и не хватит. Динамо, подумал он. К чему на ровном месте вторую желтую получить? Или как история с Залевским, а? И другими футболистами из Италии. На вторую желтую карточку поставил. Ну зачем? Ну, закончился эта история. Пошел. Так отпихнулся. Другой подошел. Он взял, ему вот так двинул. Тут, правда, тоже картинное было падение. Матеус Лима просто не успел. Не знаю. Представляете, сейчас Самарканд забьет гол. А, вот давайте, кстати. Габирходжа, Шокуралаев со счетом 2-1. Асаф одерживает очень непростую победу. Автор дубля Азизбек Омонов. Сегодня каршинцам было очень тяжело на самом деле.
А что же касается Самарканда, друзья, то, что они дошли до полуфинала, причем показывая такой вот футбол, атакующий с обилием моментов, забитыми голами. За это им, конечно же, честь, хвала, респект, скажем так. Благодаря их участию мы сегодня могли с вами, ну, по крайней мере, первый час насладиться хорошим атакующим футболом. И Рызык Олбердыев, мне кажется, в том числе и за это Вадима Абрамова благодарит. Не услышал я, друзья, о чем сейчас говорят тренеры. Ну, ладно, это уже потом. Может быть, останется в истории. Что же касается второго финалиста. Да, кстати, на САБ выходит финал. Второго финалиста УКМК Нобахор, дорогие друзья. Счет 2-2. Идет дополнительное время. Вот такая там история. Ну, а за сегодняшний вместе с вами наблюдал комментатор Атабек Джураев. Даст Бог, мои дорогие друзья. Как-нибудь услышимся на одном из телеканалов национальной телерадиокомпании Узбекистана. Пока-пока.